сложный. Если вчера на тренировке были там бип-тесты, там вратари достаточно с необычными очками общались, сегодня было ли что-то необычное и как вообще сегодня прошла тренировка? Ну, для нас каждый тренировочный процесс, он составлен из того, что как мы чувствуем себя. И для нас нет ничего удивительного, потому что эти тесты все мы проходили до этого. Сегодня был день тяжелой нагрузки, мы хорошо поработали. Я думаю, тренерский штаб остался доволен. Ну, интенсивность, получается, сегодня была гораздо выше, чем предыдущий день. Да, сегодня был самый такой насыщенный день, поэтому называется день нагрузок, и поработали очень хорошо. Если можно, чуть громче. Наверное, интенсивный был день еще потому, что приехал легко. Нет, это не зависит от этого. Мы всегда рады министру. И просто сегодня мы планируем такой день, чтобы была большая нагрузка, и мы выполнили эту работу. Что самое тяжелое было сегодня тренировка для вас, наверное, лично? Вся тренировка была тяжелая, интенсивная очень. Много игровых, и не сказать, что именно что-то было отдельно тяжело, потому что была общая тренировка сама по себе тяжелая. К Южной Корее уже как-то начали готовиться, как-то могут разбирать, тактики, какие-то упражнения специальные, потому что команда быстрая, как-то с быстрой командой уже готовитесь сегодня? Ну, мы с первого дня, как приехали в расположение сборной, начали готовиться, потому что первый день – это самое важное, потому что приезжаешь и должен быть готов с первого дня. Таких пока разборов не было, но я думаю, что в ближайшие дни мы проведем теории, тренерский штаб нам расскажет и покажет, как и действовать против команды. Вообще, что говорить, сейчас как подводит, может быть, ментально к этим двум матчам? Как всегда, говорит, нужно выиграть. Только победу и все? Больше никаких? Больше никаких особых, поэтому... Возвращение как Коля, например, вообще, в команде год не было. В сборной год вернулся, статистики сумасшедшие. Ну, наверное, каждый гражданин Российской Федерации всегда радуется за нашего игрока, потому что он начал забивать и для него, и для сборной, и для первого очень хорошо, поэтому каждый человек только рад. На тренировках видно, что уровень совершенно другой у Кокорина сейчас, чем у Кокорина, например, вот, в прошлой сборной. Ну, я ничего особенного не замечаю, я всегда знал, что Кокорин – хороший, сильный футболист, поэтому класс у него всегда был. Спасибо. Все,